Всем привет, ребят. Мы только вернулись с магазина. Ездили за продуктами. Нарезала я авокадо. Сварила яйца. Поджаривается хлебушек. Вот, поджарился. Так, и нарежу яйца, добавлю в авокадо немножечко майонеза. Будет такая заправочка для хлеба. Купила себе такой вот инструмент резать яйца. Вот так вот, раз. Вот так вот, два. Сколько там спальни? Ну, почему она не та вот? Тролли-воли. И перемешиваем. Нужно сметанку, но у меня сметаны нет, поэтому я немножко майонезику налью. Такой вот хлебушек получился. Отнесем нашему папе. Приятного аппетита. Ну садись. А я? Ну за стол садись. Я еще сумки не разобрала тут до конца. Одна сумка, вторая. Ну, в общем, тут овощи, фрукты, ничего особенного нет. Яблоки, помидоры, морковка. Ничего особенного. Так что показывать нечего вам. Купила вот такое вот средство. У нас прям эпидемия какая-то с этими вшами. Только выведу Каролине, опять они у нее заведутся. Да, подружка приезжала к ней. Вши у нее были. Вот. Сколько стоит такое средство? 38 франков, 95 рапов. Недешево выводить у нас вшей. Еще себе купила тоже, как у Ксюши, тапочки, только белые. Вот, последние там были. Очень удобные. Недорогие, удобные дома ходить. Теперь мы с тобой одинаковые. Да, еще да. Мама! Нет, он уже не хочет, он устал. Филя! Ты устал, да? Устал гоняться за Бонькой. Что-то тут веточка высохла одна. Нужно ее отрезать, наверное. Вся осыпалась. Сейчас я тебе буду мазать твои волосы маслом. Потом пойдем мыть, окей? Я не хочу. Надо, надо. Это неудобно. Надо, надо. 10 минут всего лишь. Да, или сбриваем волосы. Опять у нас тут уборка. Да? Может, я... Ты пропылесосила, Каролина? Да. Этот. И подушку пропылесосили, вообще поменяю я тебе наволочку. Ты что, в это не веришь? Я не верю в привидений. Кто тебе мозги почистил? Привидение. Мама, это правда. Это неправда. Ты в этот дом не веришь? Нет, не верю. Он есть, просто там нет никого. Ты в это не веришь? Нет, не верю. Это правда! Они просто просмотры себе делают. Нет, сколько? 4 правда. Миллиона просмотров. Мама, это конечно. Правда. А это у Нани. Это правда! Нань, у тебя какой красавец тут стоит. Он быстро ломается. Новая коллекция. Почему быстро ломается? Потому что тут всегда вот глаза. Ну падают. Вот это вот падает, это падает. Может наклейки клеить? Нет. Нет? Какой язычок? Ты можешь шевелить. Тоже тут 3 штуки. Покемон, Star Wars голова, Веном и Бэби Йода. Покажи своего зайку. Ты с зайкой спишь? Нет. Маргарита связала себе зайку. Зайчику осталось пришить глазки. То есть не пришить, а вышить. Он такой зайка. Кстати, я на выходных пересадила пальму и одну большой вот такой вот горшок. Вот. Посмотрим, что будет дальше, потому что листочки продолжают сохнуть. Идет. Посмотрим, поможет, не поможет. Ну и вот эти вот. Места, конечно, было им очень мало. Они прям все сплетенные были корнями. Или как я их распутала. Земельку засыпала. Вот такие вот. И еще, хорошо. И еще тоже рассоединила вот эти две. Они росли вместе, тоже было места мало, поэтому теперь вот они будут расти отдельно. Вот, так что у нас теперь вот такой вот сад. Купила детям цветную бумагу. Натур, папир, блок. Еще есть? Так это же белая бумага, а не цветная. Да, это цветная. Где ты видишь цветная, если это белая? А, это Каролина. Это для рисования.
Это просто белая бумага. Да, это кармин, мой другой целый. Я бы купила именно цветную, чтобы... Мне нравится то, что с двух сторон бумага цветная. А то обычно как бывает, да? Только с одной стороны, с другой стороны она белая. Здесь, видите, с двух сторон. Так что будем что-нибудь делать, да? Уже так. Фига. Уже так хочется выйти на улицу. Сесть на качельку. Покачаться. Но пока нет. Холодно. На улицу пойдешь? Пойдешь на улицу, Фиг? Кстати, вот про вот эту штуку спрашиваешь, что это такое, что это у вас за дырка там. Это у нас, та-дам, видите, розетка. Такая вот спрятанная розетка. Вот сюда вот шнур проходит. Вот там розетка. Раз, два, три. Три штуки. Если вдруг сюда нужно ставить какой-нибудь ночник, торшер. Ребят, помните, в одном из влогов я вам рассказывала про Артема, про нашего друга, с которым мы дружим еще с того времени, когда у нас только открылся канал Сестрички Лайф. Недавно я его нашла, мы ему написали, вот он нас узнал, вспомнил, поэтому мы снова общаемся, переписываемся, созваниваемся. Вот, у него есть свой канал влоговый, он живет на Бали и снимает классные влоги. Недавно у нас с ним был такой спор, довольно-таки серьезный. В общем, мы поспорили на то, что мы сказали, что в течение месяца он сможет набрать 10 тысяч подписчиков, что это вполне возможно, у нас такое было. Он говорит, что нет, это нереально, такого не бывает, большое количество времени он уже снимает, вот, и такого, конечно, у него не было, он в это не верит. Вот, я ему сказала, что мы через это прошли, что это возможно, ну, в общем, мы поспорили. Поспорили, что за месяц он наберет 10 тысяч подписчиков. В общем, месяц уже заканчивается. Эта неделя получается последняя. Сейчас у нас какое число? 6 февраля. Это воскресенье, последний день уже будет. И пока он набрал только 5000 с лишним у него там подписчиков. В общем, до 10 пока еще не дошел. Мы пока проигрываем. Спорили мы на посылку. Если проигрываем мы, получает он от нас посылку. Из Швейцарии мы ему отправляем. Если проигрывает он, если он набирает 10 тысяч подписчиков, то посылку он нам отправляет с Бали. Пока что мы проигрываем. Очень хочется выиграть, хочется получить эту посылочку с Бали. Я знаю, что многие уже на него подписались, я уже про него рассказывала. Многие его уже смотрят, поэтому если вдруг кто-то еще не подписан, переходите, ссылочку я оставлю в описании. Также я оставлю ссылку в комментариях, закреплю, потому что многие не могут найти, где это описание, какие там ссылки, где их искать. В общем, я закреплю в комментариях. Пожалуйста, переходите, посмотрите. Если вы еще не подписаны, быстренько подписывайтесь. Я надеюсь, у нас получится, и мы выиграем. Влоги у него очень интересные. Кстати, вышел новый, переходите, посмотрите. Ну что, буду ее мазать Карлине волосы. Я Анна купила. Вот такое вот маслице прозрачное. Анна. Ага. Вот, тут еще нам дают еще вот такой гребешок, чтобы потом вычесывать. Такой вот более редкий. И вот такой более редкий и густой. Вот, так что 10 минут. Тут нужно на сухие волосы нанести масло, 10 минут подождать. И потом уже смыть. Я не знаю, может кому-то противно это смотреть? Что? Какашечки. Так, ладно. Будем расчесываться. Какие-нибудь выбрали такую закладку для книжки. И делаем мишку, да? Фиолетовую мишку делаем. Бумага толстоватая такая, знаете, она не как А4. Простой белый листок. Плотная. Потом тяжело. Голову помыли уже. Потом расчешемся, проверю еще. Где ты читаешь? А, все, поняла. Вот тут чуть-чуть давай вот так вот. Вот, теперь закрывай. А, все. Все. Теперь ясно. Угу.
вышивает бисером у нас. Купила я ей бисер. Видите, такой вот она браслетик плетет. Соорудили самостоятельно станок. Нужно станок купить. Неудобно так с коробкой. Нужно будет заказать. Тут ниточка закончилась. С этой бумаги очень тяжело делать. У Каролины сил не хватает. Вчера я пекла макаронцы. В общем, по другому рецепту. На итальянской меренге. Обычно я пекла на французской. В общем, первый раз попробовала. И вот у меня вот такие вот с первого раза получились ужасные. Они немножко не пропеклись. Поэтому дно прилипло. Они же поломались. В общем, вот такие вот они. Пустые у меня, видите, такие вот получились. Вот, потом я сделала немножко по-другому, нашла другой рецепт. И у меня уже получились вот такие вот красивенькие, аккуратные. Вот. Поэтому сделала с какао шоколадный. Сейчас я хочу сделать крем карамельный. И буду их наполнять. Да, отсвечивает. Кстати, ребят, сейчас сделаю маленькую рекламку для себя. Открылся у меня Инстаграм. Один подписчик только. В общем, это Инстаграм нашего магазина, где будут продаваться восковые салфеточки. В общем, он, конечно, на немецком языке, но, в принципе, можно переводить. Да, вот так вот нажмете на пост, и можно нажать «Перевести текст». Если захотите прочитать, что там написано. Вот, в общем, тихонечку начинаем. Открыла Инстаграм. Открыли наш сайт. Вот если вот здесь вот нажмете на вот эту вот ссылку, вот она, то вас перенесет на наш сайт. Вот он наш сайт, MyBee называется. Моя пчелка в переводе. Наш логотип. И здесь все вот описывается на немецком. Что это такое, для чего. И вот эти вот, не все товары, конечно, я загрузила, но пока вот эти только. Еще не все сфотографировала. Вам просьба поддержать нас, подписаться на Инстаграм, чтобы хоть чуть-чуть поднять активность. Можете пролайкать наши посты, может быть, что-то написать в комментариях. Вот, поэтому, если вам не сложно, будет у вас время, подпишитесь, пролайкайте пост. Все там, или какой-то вам больше понравится, комментарий может оставить. Также я открыла Инстаграм со свечками, но там пока еще фотографий нет. Как только я загружу, то тогда я вам тоже скажу. Так вот называется. Так вот напишите в поисковике и можете подписаться. Карамельку сварила. Сейчас она немножечко, пару минут так покипит, и я в холодильник уберу. И все. Так, я тут сделала пост в Телеграм. Решила там тоже вас попросить, чтобы подписались. И сразу пошли подписочки. Большое спасибо, кто откликнулся. Спасибо за поддержку. Подписчик, а теперь у меня 53. Вот так. Спасибо всем, кто подписался. 59. Сколько Паши Пальту? Сколько? Сейчас будет 60. Вот. 61 подписчик. Вот так. Спасибо, ребят. Не знаю почему, но Фильке нравится здесь спать. Это его любимое место. Одно из любимых мест. Вот на проводах, на поводке. Непонятно как. Эй, тебе удобно? Вот на вот этой вот сумочке для компьютера. Вот здесь вот он. Так вот ляжет и спит. Розетку мою занимает, потом не могу ничего включить здесь. Филюш, ты балдеешь здесь? Скажи, отвяжись от меня. Отвяжись от меня. Дай поспать нормально коту. Чего вы тут кричите так сильно? На весь дом слышно. Никто не орёт. У нас не дом, у нас квартира. Ну так на весь дом, на все квартиры это дом. Нет. Общий дом. Ксюша, ты сегодня развлекаешь Маргариту? Эй, я не кошка! Ты её снимаешь постоянно? Она упала со стула. Где? Я вот так бежала, вот так потом и уехала. Я уже начинаю заправлять макаронцы. Такой вот крем у меня получился карамельный. Конечно, лучше делать ганаш на шоколаде, потому что маскарпоне, вот это вот все сливки, это немножко жидковатый, конечно, крем, он не загустеет. А главное, вкусно. Такие вот макаронцы. Эти уже готовы. Я, конечно, их сейчас еще в холодильник уберу.
А потом где-то через часик можно будет покушать, чтобы крем немножко еще загустел. Полетели. Раз, два, три. Ксюш, тебе понравилось? Интересно? Интересно. Она прям увлеклась браслетиками. Может, зеленый лучше? Зеленый не очень красивый. Зеленый с белым, давай. Нет, этот зеленый не очень красивый. Можно рамочку зеленую сделать по краям. Только боковые зеленым делать, а другие белым. На дворе 12 часов ночи, я работаю. У меня тут вон, процесс идет, мои салфеточки. Я тут нарезала кусочки. Видите, у меня какие кончики здесь. Теперь раньше просто были ровные, а теперь вот такие вот с узором. Я хочу вот это вот, то, что я нарезала, все промазать, высушить. Это у меня уже готовое все. Работаем, работаем. Сушим, сушим. Мне некуда вешать, чтобы они сушились, поэтому я их вот так вот, чтобы они ровненькие сразу были. Можно было бы на сушилку вешать, но не знаю, надо попробовать точно. Ну, в принципе, они быстро сохнут. Я проверяю, чтобы не было нигде мусора, там или шерсти, или еще что-то. Чтобы было чистенько. Убираю, буду завтра делать. О, ничего себе, она тут просочилась через бумагу. Как-то потом его отмывать надо будет. Все, Маргарита, давай спать. Слышишь? Рыбку надо покормить. А то он спать же не будет. Будет кричать всю ночь. Голодный. У меня тут еще сушка. 18 минут. Идет. А уже время 2 часа ночи. Сейчас мы его насыпем. Вот тут. Тоже тут. Водичку тебе поменять надо. Прошелся у меня филька. Водичка, мистер. Отойдите. Отойди. Ты наоборот. Уйди. В другую сторону. Во. Все. Пока. Целый контейнер этих салфеток. И это еще даже не половина. Еще нужно вот эти нарезать. И я взяла вот такие вот. Скоро же будет Пасха в апреле. Взяла на такую тематику вот с кроликами. Да и вообще этот год кролика подойдет как бы. Это все нужно порезать и промазать воском. Знаю, что будут спрашивать, если мы отправляем в другие страны. В принципе, мы отправляем по всему миру. Вопрос будет в том, за какое время оно дойдет. Например, если с России будут заказывать, до России я не знаю, сколько будет идти посылка. Может быть, она будет идти 2 недели, 3 недели, а может быть и месяц. Это уже как бы не от нас зависит. По стоимости, конечно, цены у нас рассчитаны на Швейцарию, потому что мы закупаем все товары здесь, и вы в своей стране можете купить гораздо дешевле. Но если вы просто хотите именно купить наш товар, то это как бы уже другое дело. Вы уже смотрите сами. Но по ценам сразу говорю, что цены у нас именно швейцарские. Конечно, без проблем можете заказать, можете купить.
и мы отправим. Вот, но мы уже не знаем, за какой срок она дойдет. По Швейцарии, конечно, у нас тут за день, за два может дойти. Ближние страны, там Италия, Франция, Германия, может дойти там за 3-5 дней. А уже дальше страны, там уже может и недели, и 2, и 3. Это уже зависит от почты. Бонечка погуляла? Спать? Спать пойдем. Спать пойдем, спать. 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 Все, всем спокойной ночи. На сегодня все. Увидимся в следующем влоге.